Маслята. Рисунки для детей. Привет, ребят! Вы на канале Маслята, конечно же, и я сегодня рисую для вас арбуз. Рисую арбуз. Огромный, большой, толстый, красный, яркий арбуз. Вот так нарисуем. Такой вот. Такой угол. После этого полукруг, и получается наш арбуз. Закрасим его весь очень-очень ярко-красным. Он будет алый, красный, сладкий, яркий. Как мне нравится. Закрашиваем быстро, не тормозим, стараемся работать быстро, чтобы у нас осталось время поиграть и посмотреть, и полюбоваться нашим рисунком. А теперь повернем зеленый цвет, светло-зеленый. Дорисую продолжение. И еще один большой полукруг. И тоже раскрасим его вот так. Раскрашиваем быстро. Вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Можете прямо говорить себе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Кожицу я нарисовал толстую моему арбузу. Теперь возьму темно-зеленый. Здесь подкрашу. Здесь и здесь. И немножечко я знаю, что арбуз он вот так идет. Вот сюда-сюда он светлеет, 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 светлеет. И здесь вот так сделаю. Хо-хо-хо. Теперь осталось самое интересное. Косточки. Не всем нравится выбирать из арбуза косточки, но как же арбуз без косточек? Такого не бывает. Мой арбуз очень-очень спелый. Из-за этого все мои косточки будут большие и черные. Их легко будет найти, выплюнуть, если вам попадутся в рот косточки, и съесть арбуз. Вот такой арбуз. Здесь можно его обвести. Здесь обвести. Здесь. Ну, такой вот арбузик получается. Здесь можно нарисовать тень нежно-нежно и размазать пальцем. Хух-хух! Чтобы арбуз блестел, возьмите немножко белого и нанесите на косточки маленькие точечки, блики, блики. И здесь можно, и здесь. И вот наш арбуз полностью готов. Такой вот простой рисунок за минутку мы с вами нарисовали масляной пастелью. Мне очень нравится, ребят. Подписывайтесь на канал Маслята. Рисунки для детей только масляной пастелью и только на белой бумаге. Пока!